Открытие библиотеки в жилом комплексе «Пригород Лесной» – по-настоящему большое событие в культурной жизни Ленинского городского округа. В новом микрорайоне сейчас проживает более 15 тысяч человек. Администрация муниципалитета надеется, что учреждение станет местом досуга для жителей разных возрастов и интересов. Когда бы я не попадала и не посещала библиотеку, отношение особое к читальному залу, где тебя уважают настолько, тебя и книгу в твоих руках, что все разговаривают тихо-тихо. Библиотека расположена на первом этаже многоэтажного дома. Небольшое, но многофункциональное помещение площадью 130 квадратных метров. Как отметила директор централизованной библиотечной системы муниципалитета Татьяна Лукашова, большая работа была проведена по формированию книжного фонда. Здесь всего лишь навсего 1773 экземпляра, которые были куплены вновь на бюджетные деньги, а 6000 всего мы собрали. Вот все остальное – это дары от населения, учреждений, организаций. Как рассказала заведующая библиотекой Мария Наумова, у них есть все необходимое современному читателю. От нужной книги до удобных и оборудованных интерактивных пространств. У нас будет пользоваться спросом в любом случае Литрес, потому что фонд для, так скажем, данного количества людей, он еще, конечно, маловат. В новой библиотеке созданы прекрасные условия для чтения, общения, творческой работы и проведения культурных мероприятий. Есть и детская зона, есть и зона доступа к информационным ресурсам, где пенсионеры будут обучаться компьютерной грамотности в рамках активного долголетия. Есть и зона трансформер для мастер-классов. Главное, чтобы жители микрорайона читали книги. Это самое главное. А направление они выберут сами. В микрорайоне, как оказалось, много активных родителей, которые готовы помогать новому учреждению. Мама двоих детишек Татьяна Кочеткова будет проводить уроки громкого чтения для самых юных жителей. Приглашать на чтение детей соответствующего литературе возраста, тем самым приобщать их к книге и, возможно, после чтения совместных проводить мастер-классы на тему, которая затронута в книге. Библиотека в жилом комплексе «Пригород Лесной» расположена по адресу Молодежный бульвар, дом 10, и ждет своих читателей ежедневно с 11 до 19 часов, кроме понедельника. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.